were burning like a summer in my heart, till you found another northern star. Following a lover right out of my ocean, and I was broken. But you know what they say, time's got a good way of healing. I'm back on my feet and I'm happy. Были хорошие моменты, когда был большой отрыв, но потом мы его быстро теряли, и это минус. Я думаю, еще пару игр мы отлично войдем в сезон, сыграемся, все будет супер. Мы лучше друг друга чувствуем на площадке, лучше летит подача, у нас меньше ошибок, меньше растерянности, более хорошее взаимодействие, как можете заметить, больше с темпом играем и увереннее себя чувствуем. Мы пока немножечко ошарашены происходящим, можно сказать так, потому что не можем понять, как сразу действовать правильно. А потом, когда нам уже настучали по голове, мы такие: точно, играть же надо, ничего себе! И из этого результат. Ну, мы соберемся, сделаем все как надо. Я надеюсь, что так оно и будет. Мы стараемся прийти к этому. Само собой, что все равно спустя какое-то время прогресс приходит. Проблема в том, как его удержать или поднять на уровень выше. Пока что мы стараемся удержать то, что мы имеем на данный момент. Но, опять же, со временем будем уже стараться получить более высокий уровень. После второго этапа, в принципе, положительный, кроме сегодняшней игры. Очень много хороших было моментов, плохих, но мы работаем над ними, исправляем. С прошлой игры в состав добавилась Наталья Гончарова, основной их лидер. Да, усложнился блок, была хорошая подача. Мы сами допускали очень много невынужденных ошибок. Знаете как, сегодня не было так важно. Конечно, всегда важно выигрывать. Лучше, чем проигрывать, конечно, но важно, чтобы какие вещи, которые мы делали на тренировке, делали на площадке, на игре. Но не получилось это так, как я ожидал. Да? Надеюсь, что в следующий раз будет лучше. А есть первая или вторая позиция, думаю, нет никакой разницы, потому что команды из другой группы так одинаковые или как уровень. Так да, все равно играть с Ленинградком или не знаю, кто будет второй.